Этот случай нападения акулы произошел на соревнованиях, проходившие в Австралии. Спортсмен ожидал старта, как неожиданно на него напала большая белая акула. Он сначала не понял, что происходит, и когда увидел, что эта акула, стал отчаянно сопротивляться и отбиваться от атаки. Можно сказать, что он большой счастливчик и родился в рубашке, так как акула атаковала доску, на которой он сидел, а не его самого. Если бы акула схватила бы его или его конечности, то ему было бы совсем худо. Тем не менее, он решил спасаться вплавь, оставил доску на закуску акуле и стремительно поплыл к берегу. Акула, увлеченная доской, не заметила его. Это и дало ему шанс на благополучное спасение. Что-то мне подсказывает, что парень на всю жизнь запомнит это нападение, так как видно, что он испугался до смерти. После такого, многие бы на милю не подходили бы к океану. Но как сообщается в видео, наш отважный герой без колебаний продолжил соревнования. Благодарю вас за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски.